Это новости на РТВ, в студии Нина Шамугия. Здравствуйте и смотрите «Сейчас в мире». Зариф Лучезарный, иранский дипломат, ездит по миру и заявляет: ИГИЛ – главная угроза. Что получит шиитский Тегеран за спасение человечества от суннитских радикалов? Корея необъединенная, раскол после оккупации. В 70-ю годовщину победы над Токио Пхеньян повернул время вспять. Почему японские националисты кричат «Бонзай»? 25 лет без Цоя. Россия меняется. Почему нужно бороться с Западом и как наказали за неправильное уничтожение венгерских кур? Жуткие подробности жизни в плену у боевиков Исламского государства американки Кайлы Джен Мюллер. Лидер группировки Абу Бакр Аль-Багдади регулярно ее насиловал, сообщает Аль-Арабия. Мюллер была схвачена исламистами в Сирии в августе 2013 года. Террористы потребовали за нее выкуп – 5 миллионов евро. В феврале 2015-го Белый дом сообщил, что американка, работавшая в Сирии волонтером, погибла. О регулярных изнасилованиях Кайлы Джен рассказал 14-летняя девочка, сбежавшая из плена. Ее слова подтверждаются и другими данными американских спецслужб. Что делать с Исламским государством? Вопрос у международного сообщества не возникает. Понятно, что террористов нужно уничтожить, но пока особых подвижек у коалиции, возглавляемой США, нет. Ряды ИГИЛ постоянно пополняются новобранцами. Их вербуют по всему миру. Теперь вот к борьбе с суннитскими радикалами рвется примкнуть шиитский Иран. Под некоторые подробности тегеранской политики в материале Владимира Унанянца. Иран выходит на тропу войны. Дипломатической, за усиление влияния в регионе. Глава МИД Исламской Республики Мухаммад Джавад Зариф, сумевший в прошлом месяце договориться с шестеркой по ядерной программе, теперь намерен упрочить позиции Тегерана. Министр отправился в турне, причем как будто специально выбрал страны, с которыми у США в последнее время весьма сложные отношения. «Мы протягиваем руку сотрудничества всем соседям по региону. Мы готовы обмениваться идеями и работать со всеми странами, чтобы бороться с экстремизмом и сектантством. Мы надеемся, что это сотрудничество будет плодотворным для всех людей в регионе». И не только в регионе. 17 августа в Москве Зариф обсудит со своим российским коллегой Сергеем Лавровым как двусторонние отношения, так и глобальные проблемы, включая исламистскую угрозу. Эксперты отмечают, российско-иранский политический диалог в последнее время заметно активизировался, что может отражать высокую степень взаимопонимания между Москвой и Тегераном, в том числе взаимопонимание в области противостояния планам Вашингтона, умело замаскированного под национальный интерес. Национальный интерес в том, чтобы не было нового конфликта на Ближнем Востоке, не было дальнейшего расшатывания региональной ситуации. Интерес в том, чтобы обеспечивалась реализация последовательного курса на нормализацию обстановки вокруг Ирана, в том числе в торгово-экономической сфере, в том числе в областях, которые оказались, по сути дела, задушены санкционным прессом, в том числе односторонним санкционным прессом Евросоюза и Соединенных Штатов Америки, а также примкнувшей к ним группы стран. Американцы подозревают, в России на самом высоком уровне тайно принимают иранских военных деятелей, находящихся в санкционном списке ООН. В частности, речь идет о командующем спецподразделением «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции генерале Касеме Сулеймани, который в прошлом месяце якобы посетил Москву. В российском МИДе обвинения отвергли, но эксперты не исключают наличие военных консультаций Тегерана с Москвой по ситуации на Ближнем Востоке. Шиитская Исламская Республика, избавившись от кости в горле в лице соглашения по ядерному досье, похоже, решила показать суннитскому исламскому государству, кто в доме хозяин. ИГИЛ – общая угроза. Мы должны объединиться и воспринимать это как обязательство, а не как возможность. К сожалению, некоторые из наших друзей в регионе видели в Исламском государстве возможность для тактической выгоды. Я думаю, что это пора изменить. Они должны понять, что от сотрудничества никто ничего не потеряет. Эксперты отмечают, Зариф прав, региональным игрокам придется договариваться, и они уже это делают. Наблюдается бурный всплеск дипломатической активности. То, что с исламистами надо бороться, сомнений не вызывает. Главный вопрос – как?
За последнее время руководители внешнеполитических ведомств России, США и Саудовской Аравии встретились в Дохе, затем Сергей Лавров и Джон Керри в Куала-Лумпуре. Главный дипломат Терри Яда прибыл с визитом в Москву, а в Дамаске Башар Асад провел встречу с Джавадом Зарифом. В России уверены, единственный путь к победе над исламским государством лежит через объединение усилий всех сторон, которые борются с этой группировкой, включая правительственные войска Сирии. По мнению Москвы, без такого объединения всех, кто противостоит террористам на земле, удары с воздуха, осуществляемые Соединенными Штатами и коалицией, не дадут желаемого результата. В свою очередь, Вашингтон и некоторые его союзники решительно отказываются договариваться с режимом Башара Асада и напрямую говорить о военном сотрудничестве с Тегераном, предпочитая решать проблемы собственными силами. Для борьбы с террористической группировкой «Исламское государство» в будущем может потребоваться отправка в Ирак наземных войск США. Это может потребоваться, если произойдет застой в военном отношении и в течение ближайших месяцев не удастся добиться прогресса в борьбе против ИГИЛ. Группировка «Исламское государство», насчитывающая по оценкам ЦРУ около 30 тысяч боевиков, провозгласила халифат на захваченных территориях Сирии и Ирака. Ежедневно бюджет джихадистов пополняется более чем на 2 миллиарда долларов. Боевики сбывают на черном рынке нефть. Так что, несмотря на категоричные заявления официальных лиц США, активные дипломатические переговоры между региональными и глобальными игроками дают надежду, что сценарий борьбы с «Исламским государством» все же будет разработан. И определенно одну из ведущих ролей в нем сыграет «Исламское Республика Иран». Все это не может не раздражать Израиль. Режим аятолл продолжает угрожать еврейскому государству уничтожением. В Иерусалиме настаивают, Тегеран финансирует террористов в регионе, Хамас и Хизбалу. Кстати, вечно улыбающийся Зариф во время визита в Ливан встретился с генсеком Хизбалы Хасаном Насраллой. Владимир Унанянц, RTVI. Граждане Северной Кореи отныне живут в другом времени, в буквальном смысле этого слова. Они вернулись в прошлое, на полчаса назад. КНДР перешла на собственный часовой пояс, созданный в честь 70-летней годовщины освобождения страны от японской оккупации. Оккупация эта длилась с 1910 по 1945 год. Переход на новое время отметили звоном колоколов на учреждениях, сиренами с свистками на предприятиях и транспорте. Официальные СМИ утверждают, что население страны испытывает волнение и восторг. Это уже другое восторженное проявление любви к северокорейским лидерам Ким Ир Сену и Ким Чен Иру. Организованно, быстрым шагом люди несут цветы к памятнику вождей. Нынешний руководитель, внук и сын, побывал ночью в мавзолее и склонил голову перед мумифицированными останками своих предшественников. В начале августа текущего года глава КНДР получил от Индонезийского образовательного фонда официальную награду за талантливое управление государством, за, цитата, «профессиональную и продуктивную борьбу против неоколониализма, а также империализма». Методы у Ким Чен Ына диктаторские. Не нравится архитектура – он казнит. Заснул на съезде, плохо хлопал – умрешь. И неважно, это дядя или соратник покойного отца. Есть еще одна Корея, Южная. Там тоже отмечают 70-летие независимости от японского колониального господства. Один народ оказался разделенным на две страны с разными идеологиями. Нынешний юбилей корейцы встречают в обстановке враждебности и угрозы войны. На территории Кореи бои с японцами в августе 1945 года вели части 25-й армии 1-го Дальневосточного фронта совместно с моряками Тихоокеанского флота. Американские войска высадились на территорию Южной Кореи уже после капитуляции Японии 8 сентября, чтобы предотвратить распространение коммунизма на территорию всего Корейского полуострова. В соответствии с решением Потсдамской конференции, Корея оказалась разделенной, как предполагалось, временно. На севере действовала советская гражданская администрация, на юге – американская военная администрация. Усилия по созданию единого демократического правительства Кореи провалились. КНДР не признала закона существования Республики Корея, а Южная Корея не признала социалистическое государство к северу от нее. В 1950-53 годах на Корейском полуострове опять война, в которой на стороне южан воевали под флагом ООН войска США, а за КНДР вступился Китай. Окончилась она подписанием соглашения о перемирии. В Японии также проходят памятные мероприятия, посвященные 70-летней годовщине окончания Второй мировой.
Премьер-министр страны Синдзо Абе и глава государства император Акихито почтили память жертв войны минутой молчания. «Я обещаю, что Япония не будет повторять разрушительные войны. Я буду стремиться открыть новое будущее для поколений настоящего и будущего». А это марш японских националистов. Все мирно. Кричат «Бонзай! Да здравствует!». Они не призывают к войне, просто вышли на улицы, чтобы продемонстрировать любовь к проигравшей 70 лет назад родине и почтить память погибших во Второй мировой. В детстве меня дразнили японцем, я очень обижался. Сейчас мне в голову не придет выяснять, кто по национальности мои друзья. Люди не делятся на хороших немцев и плохих французов. Это слова Виктора Цоя. Это последний концерт легендарного музыканта. 24 июня 1990 года. Лужники, Москва. Удача отвернулась. Жизнь оборвалась 15 августа, 25 лет назад в Латвии. Автомобильная катастрофа. По официальной версии, Цой заснул за рулем, автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с рейсовым Икарусом. Ему было всего 27 лет. Он стал кумиром для миллионов еще при жизни. Его творчество ломало представление советского человека о музыке. Он снимался в кино. Игла – главная роль. Морус озвучен времени. «Я хочу ставить ногу на грудь. А в фильме Соловьева «Асса» он появляется в конце картины и требует перемен. Инспектор Россельхознадзора в Татарстане получил выговор за уничтожение трех тушек гусей бульдозером. Напомню, что замороженные тушки птиц венгерского производства были обнаружены в населенном пункте Апастово. Полицейские забрали гусей и отвезли на полигон твердых бытовых отходов. Там положили на землю и раскатали. Уничтожение происходит 12 августа 2015 года в 16 часов 46 минут гусеничным трактором. Выговор инспектору, который отвечал за ликвидацию санкционной продукции, сделали за то, что он нарушил технологию утилизации. В Россельхознадзоре объяснили, цитата, «Если это продукция овщеводства или садоводства, в таком случае можно использовать бульдозер, растоптать или уничтожить. Мясо или мясное сырье уничтожаются путем сжигания. Надо было сжечь, а они растоптали трактором и в кучу сложили». Конец цитаты. С действиями боевиков ИГИЛ сравнил председатель Совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов разгром выставки в Манеже. Накануне в Москве группа так называемых православных активистов из движения «Божья воля» громила работы скульпторов, созданные в 60-70-х годах прошлого века. Лидер погромщиков Дмитрий Царионов, он же НТО, решил защитить чувства верующих. По его словам, нельзя созерцать скульптуры, на которых Иисус Христос изображен в непотребном виде. Но в Российской Патриархии за поборника чистоты православной веры не заступились. В РПЦ заявили, Царионов должен понести ответственность, если нарушил закон. Ну что же, это были все новости, о которых мы успели вам рассказать. Всем самого доброго и оставайтесь на RTVI.